сегодня у нас для вас три классные новости. Первое. Айхан сдал первый экзамен на права. Айхан, цена угощи. 96 из 100 был экзамен на теорию. Поэтому все поздравляем Айхана, ставим ему лайки. Второе. Сегодня четверг, 16 число. 18 числа мы уезжаем в отпуск, но вы это видео уже смотрите, когда мы в отпуске. И третье, как вам моя новая шляпа? Я ее купила для отпуска, мне кажется, очень классно. Ну а сейчас мы гуляем с Айханом по Алании, отдыхаем. Остался один день до отпуска, но мы уже практически в отпуске. Поэтому приглашаю вас вместе с нами погулять. Мы опять в этом прекрасном парке купили кофе и решили посидеть на лавочке. Айхан сидит вот там, а я хочу вам показать пруд, в котором, кстати, рыбки были совсем маленькие, а теперь они стали крупнее. Если вы видите, вот, вот они плавают. Очень красивый здесь парк, очень нам нравится, и прям в самом-самом центре города. Многие из вас спрашивали, где этот парк. И ссылку на него, конечно же, я опять оставлю в описании к этому видео. Сейчас очень классно. Время на улице. Время сейчас порядка 6:30. Я уже говорила, ближе к сентябрю, вечером после 6 часов погода уже становится очень комфортной. Легко дышать, прохладно. Ну а в этом парке вообще находиться одно удовольствие, поэтому мы сюда пришли после рабочего дня посидеть, попить кофе, и сейчас пойдем, наверное, гулять по набережной. Как я уже сказала, мы уже практически в отпуске, поэтому решили, начать отдыхать уже сейчас. Сейчас мы прогуливаемся по параллельной улице от набережной Алании. Здесь есть вот такой вот красивый фонтан. Народу еще немного, народ пока собирается. Ну а мы идем наверх смотреть панораму Алании. На Аланию постепенно опускается вечер, солнце уже зашло за горы, и мы сейчас хотим подняться на одну очень красивую панорамную точку. Вот так вот выглядит Алания прям после захода солнца. Мы подошли вот к этой мечети, и сейчас с Айханом поднимаемся по вот этой лестнице на самый верх. Оттуда открывается очень красивая панорама на Аланию. Вы можете наверх заехать по дороге, которая идет туда, либо мимо мечети пройти наверх. Посмотрите, какая красивая мечеть. И уже отсюда виден маяк и открывается потрясающий вид на Аланию. Как вы думаете, как, например, интересно жить вот прям вот в этой вот квартире? Я думаю, что супер. Я бы, например, хотела здесь жить, хотя летом здесь очень-очень шумно. Но, например, если мы поднимемся чуть выше, то мы увидим другие дома. Например, вот тот вот дом. Или вот этот дом. Друзья, здесь такая тишина невероятная. Посмотрите, какая красота. Здесь очень тихо. Посмотрите, какие красивые цветы растут. Ой, посмотрите, какая красота. Я по этой лестнице не поднималась ни разу. Ну, по крайней мере, не помню. Может быть, давно-давно. Очень здесь красиво. Просто невероятно. И есть, пахнет цветами. Шейкукуэль.
И посмотрите, здесь есть вот такой вот потрясающий парк. Айхан может посидеть, отдохнуть в санатории Белеса, в Англии, потому что он устал. И посмотрите, какая красота. Обалдеть! Просто обалдеть. Да, друзья, и кстати, некоторые из вас пишут такой комментарий, что Айхан ходит за мной, терпит и так далее. На самом деле это не так. Не думайте, что это так. Ничего Айхан не терпит. Когда мы с ним гуляем, и я снимаю видео, то он не говорит по-русски. Поэтому он ничего не говорит. И вам просто кажется, что он ходит за мной. На самом деле нет. На самом деле мы вместе прогуливаемся и любуемся вот такой вот красотой. Друзья, этот парк называется Хамдулла Эмин Паша парк. Парк мэрии Алании. И посмотрите, как выглядит отсюда Алания в лучах заходящего солнца. Просто невероятная красота. Пишите в комментариях, кто бы из вас хотел жить, например, вот в этой квартире. Я бы с удовольствием жила в этом доме. Просто потрясающая красота. Ну и, конечно же, мы уже находимся на территории Аланийской крепости. Здесь расположена одна из частных школ. И, конечно же, много-много-много жилых домов. И в крепости Алании расположена самая дорогая недвижимость, которую вы можете найти в Алании. Во-первых, это исторический район. Во-вторых, отсюда открываются потрясающие виды на весь город. А в-третьих, это старые, традиционные, отреставрированные турецкие дома. И самый дорогой дом, я надеюсь, что мы когда-нибудь туда с вами попадем, обязательно напишите в комментариях, если вы хотите его увидеть, он стоит 2,5 миллиона евро. И это старый, традиционный турецкий дом, отреставрированный, невероятной красоты, с потрясающим видом на всю Аланию, в крепости Алании. Я очень хочу туда попасть, я надеюсь, что мы договоримся с владельцем, и я вам покажу обязательно этот дом. Стоит он так дорого именно из-за его исторической ценности и месторасположения. Посмотрите, какие лавочки. И никого нет. Просто потрясающе. Почему я здесь раньше не была? Просто потрясающий парк. Что-то невероятное. Красота. Вот видите, сколько я не живу в Алании, а она открывается для меня всегда с новых сторон. Какие-то здесь дорожки, цветы невероятной красоты. В общем, супер. Вот эта вот дорожка куда-то ведет. Сейчас посмотрим, куда она нас ведет. А, она нас ведет к частному дому. Вот так вот выглядит один из частных домов. И здесь, проходя мимо этого частного дома, вы можете спуститься вот туда вниз. Ну, а мы сейчас пойдем обратно и посмотрим, где у нас Айхан отдыхает. Ой, потрясающий парк! Сколько здесь зелени! Просто красота! Даже нет слов. Поэтому теперь вы знаете еще одно тайное место в Алании, еще одно место, где спокойно, тихо, где невероятно красиво. Вот эта дорожка тоже ведет в ту сторону. Айхан у нас сидит с той стороны, поэтому мы идем наверх. Да, вы знаете еще одно тайное место в Алании, куда вы можете прийти и отдохнуть. Видите, здесь даже зимой сейчас все высохло, здесь даже течет ручей. В общем, очень красиво, очень тихо, очень спокойно. Айхан, санбендин мы? Сакин. Сакин? Красиво, да имя? Ой, потрясающе. Я думаю, что обратно, да, мы пойдем по этой дороге, пойдем обратно, и я думаю, что выйдем с другой стороны мечети. Спускаемся мы с другой стороны. Вот такие вот здесь обустроенные дорожки. Невероятно пахнет свежестью, несмотря на то, что мы находимся буквально в двух шагах от моря. Очень много зелени. И вот так он крутится вниз-вниз. Идут дорожки. Просто потрясающие. Можно пойти в ту сторону, и тогда вы попадете
к мечети, либо можно развернуться и пойти в эту сторону, и тогда вы уже спуститесь на набережную. И отсюда тоже открывается вид на пристань, на набережную. Видите, даже у самого моря растут вот такие вот шикарные деревья. Красота! Очень красивый парк. И везде стоят мусорки. Буквально на каждом шагу стоят мусорки. Тот, кто говорит, что в Алании грязно, к сожалению, народ мусорит. Но мусорки стоят практически везде, на каждом шагу. Ну и все, мы спускаемся из парка и попадаем на набережную. Если вы пойдете дальше по этой дороге, то вы дойдете до Красной башни. Красную башню уже видно. Либо можно спуститься по лестнице вот с той стороны, и можно попасть прямиком на набережную. На этой площади проходят все основные события в Алании, фестивали, праздники. Здесь выставляют палатки, различные концерты. В общем, когда бываете в Алании, следите за расписанием и можете попасть на какое-нибудь интересное событие. А вот эта самая лестница цветная, про которую я вам говорила, по которой вы можете спуститься с верхней набережной и попасть на нижнюю набережную. Сегодня вечер четверга, мы уже пришли на рынок. Рынок только раскладывают. Вечером в четверг раскладывают. И вечером в четверг и в пятницу рынок работает, где вы можете купить фрукты, овощи. Рынок в самом-самом центре, в центре Алании. Ну и что, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы вам показали тайный парк, в который вы можете сходить и полюбоваться прекрасными видами Алании. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.